удар. Вот он, первый гол. Жерар Гоу. Не успели накрыть его защитники. Как здорово! И гол! Жерар
Гомес застегнувает коронавирус. Жерар гол. И сирийский страны, мы на данный момент они занимаются. И третью строчку. Жерар гол. Отличный удар. Ставит корпус. Почему Воротников так действует? Даже не могу понять. Фотографом отправляется Жираков. Отлично с ним коммуникует. Жираков выходит один на один и перекидывает он. Голкипер оттогола. Цель обокрал сейчас стадио, и Муаз приближается к атаке правого фланга, забрал штрафную, один никем не прикрытый гол, и какой прекрасный гол забивает Жерар. Здесь непонятно, что-то с чем-то сейчас Сергей Скорик наворотил, и вот здесь уже алматинцы вновь уходят вперед, гол, и 0-3, дубль на счету Жерара, гол. Поля, у нас атака, Ислам Хан. Затолкали его, в итоге выцарапывают удар по воротам и 0-4. Партнеров по команде. Цель. Дубай. Пострел. На счет нет. Марко Маркович. И третий мяч в сетке ворот. Жерар гол. Забивает на 66-й минуте встречи. Результативно. Разыграли. Продолжается атака, подбрасывает мяч. Нет офсайда сейчас, и счет открыт. Жерар гол открывает счет в этом матче. Да, совершенно один остался сейчас Жерар.
его возрасте. Тимощук мяч сохраняет для своей команды. Жерар Гоу делает счет 3-1. И Анатолий Тимощук, ну просто на своей спине, всеми своими усилиями этот мяч, собственно, и спасает, игру забивает. Гол Жерар Гоу это делает. Лучший бомбардир чемпионата Казахстана. Делает. Жерар
по удары гол! Открывает счет его рыжий нападающий. Своих одноклубников и Жерар Гоу сравниваешь. Ну вот, я же сказал, второй главой и Жерар Гоу ловит мяч. 2-1. Поражение Крессара. Очутится на 9-й срок. И третий мяч в четверти ворот. Второй гол! Второй гол влетает в ворота долгокурганской команды. Ну, я думаю, что... И 1-0! Жерар Гоу открывает счет в этом поединке после передачи Бауржана Исламхана.
2-3-1. Вот Руслан, хорошая передача. Скидочка и 1-0. Подача, удар, гол! Гол! И счет становится 1-1! Это Жерар Гоу! Так вот получилась передача на Жерара Гоу, который забил.